Уголовный розыск задержал пожилого мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на подростка. Ребенка, мальчик учится в 8 классе, вечером 1 декабря с распоротой ногой увезли в больницу. Агрессору 62 года, он из Таджикистана. Как он сам объяснил оперативникам уголовного розыска, его разозлила игра в снежки, которые угодили в окна его квартиры на улице Пограничника Горькавого. Вы задержаны? Документики можно ваши посмотреть? Присядьте. Знаете, за что задержаны будете? По подозрению Ну, что ребят там пришли в окна, два года стучались, да. Запрещенное что-нибудь есть в карманах? Нету, ничего нету. Уголовное дело возбудили об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Санкции по такой статье – арест до 4 месяцев, обязательная работа или штраф.